Я хочу поблагодарить наших учеников за их гибкость, за их настойчивость, за возможность учиться по-другому. Как и все, мы все должны приспосабливаться к другим условиям, и наши ученики делают невероятную работу, приспосабливаясь к этим изменениям. Я хочу поблагодарить их за это. Я также хотел бы воспользоваться моментом и дать несколько советов нашим детям. Воспользуйтесь возможностью попробовать что-то новое. Не бойтесь ошибаться. На самом деле очень важно, чтобы вы совершали ошибки. В этом вся суть жизни. Мы предоставляем технологические ресурсы, или ваши родители предоставляют технологические ресурсы. Вам нужно учиться в условиях этой пандемии. Я бы сказал, не бойтесь этого, даже если это для вас новинку. Не бойтесь играть с хроумбуком, нажимая здесь и там, чтобы увидеть, что он делает. Так происходит обучение, и так совершаются ошибки. А затем вы учитесь на этих ошибках. Поэтому я бы посоветовал воспользоваться возможностью, чтобы научиться таким образом. Убедитесь, что вы читаете каждый день по 20-30 минут. Неважно, сколько вам лет, это то, сколько вы должны читать каждый день. Это не обязательно должно быть в старом стиле, когда вы берете книгу и читаете ее. Может быть, особенно подростки, которые любят читать в телефоне, вы можете загрузить книгу. Во время чтения у вас разовьется привычка читать, и, пожалуйста, продолжайте читать. Кроме того, воспользуйтесь возможностью, чтобы сплотить семью. Может быть, вы не можете ходить в парк или гулять так много, но вы можете делать что-то дома, например, играть в Уно, Монополию, Лайв. Поэтому я бы посоветовал вам больше играть в игры вместе, поскольку пройдет немало времени, прежде чем мы сможем выйти на улицу и вернуться к нормальной жизни. Я надеюсь, что у вас будет отличный учебный год. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь задать их своему учителю, директору, попросить помощи. Мы всегда рядом, чтобы поддержать вас, потому что это все новое для всех нас. Итак, на этом я говорю до свидания. И я надеюсь, что вы отлично проведете остаток этой недели.